50 лет – много это или мало? В жизни человека 50-летний юбилей – свидетельство зрелости. В жизни любой организации полвека – это свидетельство того, что однажды в самом начале был выбран правильный путь и построен крепкий фундамент. Сегодня мы отмечаем 50-летие становления карате в нашей стране, образование центральной школы карате. За эти годы было все – и расцвет, бум карате, и тотальный запрет. И сейчас, спустя 50 лет, мы понимаем, что тогда, в самом начале, был взят правильный путь и построен крепкий фундамент. Я в этом зале вижу представителей разных школ, лучших мастеров России и даже мира, я могу сказать-то, я знаю некоторых, тут есть и чемпионы мира. Вот, и это самое наше главное достижение, что мы все объединились, и у нас, нам нечего делить. Мы идем одним путем, живем для развития нашего боевого искусства на благо нашей страны. Мы верим в ту идею, которая была, то, что эта идея правильная и она дает результаты. Пришлось после плохих, так сказать, скажем, времен возрождать школу. Сейчас где-то около 700 детей занимаются. И не только победы завоевываем в России, но еще на международной арене. Правда, еще молодежь в основном, но мы ее как бы не оставляем. И самое главное – то, что мы видимся, вот нас объединяет это все. То есть вот сегодня собрались люди, которым мы там по 40 лет назад встречались, и 50, кто, и в общем-то, собственно говоря, все рады друг другу. Ну, в общем-то, для меня это просто сама жизнь. Как бы вот в центральной школе. Другого я себе не представляю. Я все свои годы, все 45 лет был как бы связан с центральной школой. Ну, всякое было там, и уезжал, и жил в Японии, и где-то это. Но все равно центральная школа для меня главная. И как бы вот уже возраст уже такой приличный, но все равно мы здесь, все равно встречаемся. А начинал 18 лет, то есть 45 лет прошло связи со школой. Мы со Степиным начали заниматься в один день. Ну, раз в жизни. Вот я думаю, что такого второго не будет. Люди уже в возрасте, многих уже мы, может быть, через какое-то время не увидим. А в то же время и сам тоже приходят кондиции старческие, вот, поэтому надо выступить как следует и хорошо. Поэтому я считаю, что это большой праздник, и к этому я отнесся так же, как к хорошим соревнованиям. Роман, я тебе скажу честно, я тебя вижу достаточно часто. Ты вообще не стареешь, ты только молодеешь. И юношеский блеск в глазах все ярче и ярче. В чем секрет? Тренироваться карате. Только карате, каждый день, да. Спасибо. И все будет хорошо. Спасибо.
78-м году, как раз в декабре, федерацию открыли. А вот где-то осенью, октябрь, ноябрь, помню, в Кремлевском дворце съездов. Показательно делали, показательное выступление. Не дали раздевалку, в туалете разделись, ага, переодевались, в смысле. И мы говорим, Сихану говорим, ну, как это, туалет и так далее. Знаешь его слова, вот до сих пор помню, говорю. Неважно, лишь бы федерацию карате сделать, и все, нам это нужно. Представляешь? Я от себя, так как этим живу, хочу поздравить центральную школу, в частности Алексея Борисовича, который создал это, всех участников с такой датой, с 50-летием. Пожелать им спортивных успехов, крепкого здоровья, чтобы они всегда были на этой волне. Я очень горд, что меня сюда пригласили. Я когда-то про Алексея Борисовича только смотрел, читал газеты, смотрел какие-то программы, а тут вот с этим человеком можно вживую встретиться. Он ко мне сам подошел, мне было очень приятно, он ко мне первым подошел, поздоровался, я дико счастлив. Так что это такая же встреча с такой легендой. В 79 году Макс Михайлович Левентас, значит, открыл филиал от центральной школы карате Аштурмина. Поэтому как бы первыми учениками, кто был, вот приставка Александр, который будет выступать, он выступал по сборной России по юниорам, калининградская сборная. Я за калининградскую сборную выступал, и по взрослым уже, и, скажем, на чемпионате России по РСФСР, на Союзе там и так далее. Поэтому как бы наши корни как бы вот от центральной школы идут. То есть мы были реальный филиал 79 года. Наверное, нет такого человека, кто в 80-х годах не хотел попасть на тренировки к Алексею Борисовичу Штурмину или к Тадеушу Рафаиловичу Казьянову. Центральная школа карате – это, вот, наверное, это та база советского карате, с которой практически все начинали. И, ну, как минимум, кто не начинал, то мечтал туда попасть. И это, ну, скажем, альма-матер многих каратистов именно советского и российского разлива.
можно сказать, история рождения рейс-спорта, она началась как раз отсюда, 30 лет назад, когда еще, как мы были молоды, коротили, было больно, ничего не было, ни кимоно, вот и так решил. Поэтому я с своими друзьями, независимо от того, какой вид единоборства. Вот. Центральная школа дала мне, скажем так, стержень, фундамент для жизни, вот, духовную помощь, потому что благодаря центральной школе карате я стал тем, кто я сейчас есть. Вот. Если бы не она, ну, был бы, конечно, кем-то, но совершенно другим человеком.